Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Отопчик, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Курварс на сервере Galaxit. Перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами будем приступать, собственно, к игре. О чем я хотел вам сразу же сказать. Так как игра не очень популярная, но, если честно, мне она очень нравится, с самого начала объясняются правила. Собирай ресурсы из дрели, становись сильнее, покупай айтемы и перки и защищай свою команду от атаки других команд. Ну и, собственно, развивайся и выживай. Забираем отсюда сразу же из дрели первые 5, собственно, шерсти. И их приватизируем. После чего я предлагаю достроиться вот до этого вот алмазного острова и забрать отсюда алмазы. Забрали. Выпрыгиваем. Нам нужен второй, кстати. Второй я тоже забрал. Ну давай ломайся быстрее. Все, вот. Второй тоже забрал. Угадайте, зачем мне сейчас нужен второй? Для того, чтобы прокачать нашу дрель на базе и чтобы она вырабатывала больше ресурсов, друзья. Далее мы с вами сейчас закупим меч хотя бы за десятку. Еще раз повторяю, хотя бы за десятку. Вот. И, собственно, с этой дрели мы с вами вместе будем лутать ресурсы. Кроме того, нам с вами нужен меч. И, ну, блоков, наверное, хватит, но все равно я бы лучше еще блоков бы взял. Но с самого начала нам нужно 10 на меч. Все, 10 на меч есть, покупаем меч. Надо бы еще броню, конечно, базовую хотя бы какую-нибудь закупить. Вот такую, знаете, как база. Ну, ничего страшного. И без брони обойдемся. Сейчас пойдем лутать изумруды, я думаю, потому что изумруды почему-то на этом режиме, они очень имбовые, но их почему-то никто не лутает. И меня это... Ну, я этого не понимаю на самом деле. Типа, а почему так? Блин, что я натворил сейчас, а? Просто кошмар какой-то. Ну да ладно, хотя бы меч у нас теперь есть всегда, деревянный, уже неплохо. Меня раздражает наш тиммейт, он просто стилит ресурсы и ничего не делает. Что ты творишь? Пока я уже сбегал, прокачал генератор, строюсь к центру. Наш тиммейт, ну реально, просто пылесосит ресурсы, меня это очень раздражает. Тиммейт, не надо так делать. Приноси, пожалуйста, какую-нибудь пользу и мне от своего существования в моей команде. Так, големчики, големчики. Одного голема я сейчас заберу. А ты чё не пошел-то? Так, ладно, колотим его вот таким образом тогда. Да ты до меня не достанешь, братан. Просто не достанешь. Так. Он меня убил, господи. Залипание клавиш. Как ты меня бесишь.